Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важный вопрос. Значок «Мой компьютер» на рабочий стол Windows 10. Вопрос о том, как вернуть значок «Мой компьютер» или этот компьютер на рабочий стол Windows 10, с момента выхода системы задавался чаще, чем любой другой вопрос, имеющий отношение к новой операционной системе, и он имеет очень простой ответ. Итак, в этом видео несколько способов вернуть значок компьютера в Windows 10 с помощью параметров системных значков, доступ к которым можно получить различными методами, а также с помощью редактора реестра. Отмечу, что не следует создавать простой ярлык «Мой компьютер» на рабочем столе. По сравнению с системным значком, он имеет ограниченную функциональность и неравнозначен ему. Итак, поехали. Итак, первый вопрос нашего видоса. Как включить значок «Мой компьютер» в параметрах Windows 10? В 10-й винде для отображения значков рабочего стола – это этот компьютер, корзина, сеть и папки пользователя – присутствует тот же аплет панели управления, что и раньше, однако запускается он из другого места. Шаги для включения значка компьютера на рабочем столе выглядят следующим образом. Итак, первый пункт. Нажмите правой кнопкой мыши в любом пустом месте рабочего стола. Далее выберите пункт «Персонализация», а затем откройте пункт «Темы» слева. Второй пункт. В разделе «Сопутствующие параметры» вы найдете необходимый пункт «Параметры значков рабочего стола». Сопутствующие параметры могут отображаться внизу списка или справа окна. Третий пункт. Открыв этот пункт, вы можете указать, какие значки отображать, а какие нет. В том числе включить мой компьютер или этот компьютер на рабочем столе, или убрать корзину с него. Проделать то же самое и с другими значками, и при необходимости изменить внешний вид значка компьютера или других значков. Есть и другие способы быстро попасть в те же самые настройки для возврата значка компьютера на рабочий стол, который подходит не только для 10-й винды, но и для всех последних версий системы. Итак, первое. Можно открыть окно с параметрами отображения значков рабочего стола одной из двух команд, запущенной из окна «Выполнить», которое можно вызвать, нажав клавиши Win плюс R, вводим туда следующие команды. Или команда desk.cpl, пробел, запятая 5, пробел перед запятой обязательно. Его можно скопировать в описании под нашим видео. Или run dll32 и вот эту длинную строку. Ошибок в написании не сделано, все именно так. И ее тоже можно скачать в описании, то есть скопировать в описании под нашим видео. Ну и второй пункт. В ранних версиях 10-й винды в панели управления в поле поиска справа вверху можно было набрать значки. В результатах увидеть пункт отображения или скрытия обычных значков на рабочем столе. Тоже способ, ничего себе. Идем далее. Следующий вопрос. Как вернуть значок компьютера 10-й винды на рабочий стол с помощью редактора реестра? Итак, есть еще один путь возврата моего компьютера на рабочий стол. Это использование реестра. Правки можно, конечно, внести вручную, но мы рекомендуем создать файл rec-файл и добавить его в реестр. Итак, содержимое файла вы видите на экране. Его можно скопировать в описании под нашим видео. Итак, после добавления изменений в реестр перезапустите проводник или перезагрузите ваш компьютер. Значок появится на рабочем столе. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remontka.pro. Я думаю, данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. С нами будет интересно.